Перед вами члены Союза Большой Охоты, доктор Стиви. В вашем распоряжении все банки. Скажите, что вам нужно? Один великий мыслитель сказал, наша страна утратила идеалы, она стала плодить толстосумов, жалких деляг, завистников. Падение наше будет быстрее, чем падение Рима. В этом виновны вы и ваши банки. Неправда. Из этих банков сотни миллионов идут на создание университетов и библиотек. Это не благо. Профессора ваши куплены. Какой-нибудь физик или химик прикидывается благообразным чудаком, а сам изобретает оружие для уничтожения человечества. Вы оскорбляете науку. Вы ренегат, предатель. Мне 80 лет. За мной есть один грех, в котором мне не хочется признаваться самому себе. Я служил науке из страха, так же, как и вы. А теперь я не боюсь, а верую. Нерелигиозно верую в науку на благо людей. Я мог бы теоретически объяснить тайну шара, но это значит погубить нашу планету. Этот грех я не возьму на себя никогда. Ученый должен служить правительству своего отечества. Да, если правительство моего отечества не против всего человечества.